Мы на выставке World Food 2022, и передо мной натуральные напитки. Это не описание продукции, точнее, не только ее описание, но и название компании, которая это производит, и представитель компании Роман Самылин. Роман, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что за разноцветные бутылочки у нас на столе? Здравствуйте. Компания «Натуральные напитки», как вы уже сказали, представляем линейку натуральных напитков, соксодержащие напитки Magic. Это натуральные напитки, которые содержат гелевую камедь, которая позволяет напитки содержат кусочки, которые позволяют кусочкам находиться в подвешенном состоянии, если вы видите. Они вниз не падают, а находятся в подвешенном состоянии. Вот. Первое, что мне приходит в голову, это значит, что я получу эти самые кусочки, никогда там на дне останется что-то, а сразу, правильно я понимаю? Употребить, взболтать, употребить? Да, совершенно верно. Напиток необходимо взболтать, как вы выразились, и употребить. Полный ассортимент у нас здесь или есть еще какие-то вкусы? Нет, еще есть вкусы. Есть вкус черешня, есть вкус алоэ, вот, и виноград. Откуда сама компания и откуда сырье, из которого это все производится? Компания находится в городе Липецк. Сырье, все ингредиенты поставляет Вьетнам. Вы представлены только в своем регионе или уже распространились на всю Россию, может быть, за рубеж? Мы представлены и в своем регионе, и по всей России. И также осуществляем поставки в ближайшие зарубежья. Это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Вот, думаю, в этом году будем поставлять в Белоруссию. Собственно, у вас задача-то на выставке, я так понимаю, расширить географию продаж. Да, совершенно верно вы понимаете. Расширить географию продаж. Я желаю вам в этом удачи и уверен, у вас все получится. Спасибо большое. Всего большое спасибо.